Не только учебный процесс имеет значение в развитии и воспитании школьников, но и правильно организованная досуговая деятельность. В этом уверен преподавательский состав школы номер 19, расположенной в микрорайоне Пироговский. Здесь на днях состоялось собрание родителей учащихся вторых классов. На самом деле успешная страна состоит из успешных граждан. Для того, чтобы ребенок испытал успех, нужно создать определенные условия. Это не всегда сразу получается именно в учебной деятельности. Иногда легче создать ситуацию успеха для ребенка именно в организации досуговой деятельности, в какой-то внеурочной деятельности. Современные стандарты, федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и основного общего образования, которые уже сейчас широкомасштабно внедряются в нашей стране, они как раз дают возможность организовать внеурочную деятельность. В начальной школе 10 часов. 10 часов еженедельно ребенок имеет возможность заниматься внеурочной деятельностью. Кружки, секции, групповые занятия, спортивные мероприятия. В такой деятельности каждый ученик приучается к взаимодействию со сверстниками, а также к самостоятельному достижению поставленной цели. Благо в микрорайоне Пироговский для этого созданы все необходимые условия. Первое – музыкальная школа. Вторая – начальная школа. Третье – ледовый дворец. Четвертое – теннисный корт. Спортивные и футбольные все, так сказать, мероприятия. И таким образом мы создаем, и наша это обязанность власти, да, муниципальной власти особенно, создать максимальные условия в пешей доступности для развития потенциала нашего будущего, наших детей. Родители не должны недооценивать важность организации дополнительных занятий для своих детей. Культура, музыка, спорт – выбор для каждого по интересам, да и условия позволяют. А успехи ваших детей не заставят себя долго ждать. Ради чего мы живем? Мы живем ради наших детей. И цель наша – это создать им более лучшее будущее и более замечательную жизнь, чем у нас самих. В ходе встречи на родительском собрании выступили как представители власти, так и педагоги 19-й школы. Они рассказали родителям о способах правильного вовлечения детей в учебу и занятия, способствующих развитию успешной личности каждого школьника. Алла Сталаева, Андрей Капустин. Информационная программа «День».